ребята, сегодня мы на огромном вьетнамском рынке, где очень много фруктов. Я вот даже маленькая решил попробовать, как это быть продавцом фруктов. И буду вот тут сидеть и продавать сегодня фрукты. Вот это у нас самые классные фрукты, которые называются манго. Вот это у нас большое великое манго. Оно и желтое, оно и зеленое. Вот это у нас есть лони, тоже очень хорошая, классная. Вот тоже розовые манго, очень вообще здоровские, прекрасные. Вот это у нас маракуйя, оно такое вкус маленечко, как у нашей облепихи, но тоже здоровские. Ананасы вообще очень сладкие, прекрасные, так что заходите к нам на рынок, просто большое разнообразие всех этих фруктов, даже есть арбузы, лангас есть. У нас есть рамбутан, все очень вкусно, в общем, приходите к нам на рынок, я вас угощу, и будет шикарная большая скидка. В общем, вот так, ребята, я тут продаю на рынке. Всего вам хорошего, увидимся. И, кстати, я вам в следующий раз еще покажу, сколько мы всего напокупали. Вот, целых две сумки, здесь 10 килограмм, и здесь тоже 10 килограмм. Все это мы, кстати, повезем домой. Так что родным нашим уже большой привет, все будет здорово, замечательно. Наш любимый Вьетнам с фруктами нас опять ждет в следующей поездке. Все, до встречи, ребята!